Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня второй выпуск в рубрике «Дачный сезон». Сегодня второй выпуск. Итак, сегодня я рассказываю о том, как после того, да, как мы должны подготовить почву, да, перед посадкой. То есть вчера я говорила о том, что мы должны перед тем, как посадить растения, да, мы должны вскопать землю и разрыхлить ее, то есть удалить стекла, удалить камни, то есть удалить все ненужное, чтобы растению было комфортно находиться в почве. Итак, значит, я вскопала землю, да, я ее разрыхлила граблями, и теперь мне нужно сделать грядки для того, чтобы уже непосредственно заняться, да, посадкой. То есть перед посадкой я должна сделать грядки. Так, что мне нужно для того, чтобы сделать грядки? То есть нужно наметить, да, сколько грядок, сколько растений я буду сажать. И что я буду сажать, да? То есть я собираюсь сажать овощи, морковь и свеклу. То есть вот примерно я должна наметить, да, то есть тот периметр земли, который у меня есть, я должна распланировать, то есть так разметить этот периметр, да, чтобы посадить необходимое количество, да, семян. То есть то, что я запланировала, то, что я наметила изначально. Вот. То есть у меня получилось примерно 12 грядок. 12 грядок, то есть тот периметр земли, под которым я, то, что у меня есть, да, я разделила примерно ориентировочно на 12 грядок. То есть вот что у меня получилось. То есть таким образом я разметила. То есть сделала такие меточки. То есть это предполагаемые будут грядки. Грядки, на которые я буду сажать растения, овощи. Вот. То есть вот это то, что необходимо перед посадкой. Вот. Ну, а также каждую грядку нужно разровнять граблями. Вот, то есть чтобы она была ровная. Вот. И после этого уже сажать то, что вы запланировали. То есть вот таким вот образом.